السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Во-первых, я хочу поблагодарить организацию One Umma за приглашение. Да вознаградит вас всех Аллах, всех моих братьев и сестер из Эдмонтонской мечети. Я правильно сказал? Эдмонтонская мечеть города Лондона, так ведь? Мне очень приятно видеть ваши прекрасные лица. Некоторые из вас мне уже знакомы, это мой третий по счету визит в Лондон. Я бы рад приезжать сюда как можно чаще, но, альхамдулиллях, все по воле Аллаха, свят он велик. Давайте же приступим, иншаллах. Тема наших лекций – по следам сподвижников. И сегодня, иншаллах, в этой мечети мы поговорим о первом сподвижнике пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Абу Бакре ас-Сиддиқ, и да будет доволен им Аллах. Дорогие братья и сестры, я мог бы рассказывать о нем на протяжении многих дней. 40-минутная лекция, разумеется, никак не сможет отдать должное Абу Бакру ас-Сиддиқу. Но по возвращению в Мельбурн я планирую начать отдельный цикл лекций, который, наверное, растянется на целый год. Поэтому то, что я расскажу вам сегодня, иншаллах, станет лишь кратким описанием истории Абу Бакра ас-Сиддиқа. Но я надеюсь, что после этой лекции у вас у всех возникнет желание самостоятельно узнать побольше об Абу Бакре ас-Сиддиқе, поскольку я считаю, что он является для нас наилучшим примером после пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И это с учетом того, что у нас о нем не так уж и много информации. Лишь краткие фрагменты воспоминаний из тех или иных источников. А вот и звук появился. Надеюсь, вы слышали меня все это время. Ничего страшного, начнем заново. Итак, сегодня мы вкратце поговорим об Абу Бакре ас-Сиддиқе, после чего вы уже сами можете пополнить свои знания о нем, иншаллах. Я постараюсь выстроить события в хронологическом порядке. Очень непросто выстроить все события по порядку так, чтобы получилось плавное, непрерывное описание наподобие книги. Но, иншаллах, я постараюсь рассказать вам о жизни Абу Бакра с самого начала и до конца, в рамках предоставленных мне 40 минут. После чего у вас будет возможность задать вопросы. Итак, мы говорим об Абу Бакре ас-Сиддиқе. Он получил свое название Абу Бакр еще задолго до того, как стал мусульманином, еще во времена Джахилии. Джахилия – это период до того, как Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, для всего мира. Бакр означает «молодой верблюд, первенец». А его прозвище Абу Бакр, то есть отец молодого первенца, верблюда, говорит о том, что он усердствует, ухаживает и работает во благо людей, и что они могут положиться на него. Он всегда проявляет сдержанность, почти как верблюд в условиях пустыни. Абу Бакр. По происхождению он был из рода Таим, племени курайшитов, весьма почитаемого племени. Это небольшое, но очень почитаемое племя, Аль-Курайш. Его отца звали Усман. Интересно, что настоящим именем Абу Бакра было Абдуллах. Абдуллах – сын Усмана. У его отца Усмана тоже было прозвище – Абу Кухафа. Абу Бакра еще называли Абдуль-Кааба, что означало «слуга Каабы». Но после принятия им ислама наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сменил его прозвище с Абдуль-Кааба на Абдуллах, то есть «слуга Аллаха». И в этом была сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда всякое прозвище, олицетворявшее ширк или что-то нехорошее по значению, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, менял на новое. Например, прозвище одного сподвижника было «дюаль», что означало «глупец», и пророк заменил его. Таких примеров было много, поэтому, следуя сунне, нам тоже велено давать хорошие имена своим детям, краткие имена с хорошим смыслом. Его маму звали Сальма, или, как еще ее называли, Умуль Хайр, что означало «мать блага». Это было ее прозвищем еще во времена Джахилии. И отсюда мы видим, что Абу Бакр произошел из доброй и благой семьи, которую все любили, судя по их красивым прозвищам. Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, любили еще до ислама. Все знали его как скромного, статного, доброго, мягкого, любящего, нежного, щедрого человека. Все его любили. Кто бы не любил такого человека? Мягкого, доброго, улыбчивого, щедрого. Все его любили, субханаллах. Давайте теперь вкратце посмотрим на его физические качества, иншаллах. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был не очень высоким и не очень низким. Он был среднего роста, как и пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Среднего роста. Он был худощавого телосложения. Очень худощавым. Казалось, будто он был одна кожа и кости. Его кости были тонкими. Просто чтобы у нас было представление, как он выглядел на фоне остальных. Волосы Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, были длинные.
Он собирал их в дреды. Вы можете в такое поверить? Дреды. Они доставали до самых плеч. Вообще-то у многих арабов тогда были дреды. Таковы были обычаи и культура. Он выглядел немного загорелым. На арабском людей с легким загаром называли белыми. Абьад. В старых традициях белыми было принято называть не европейцев с британским бледным цветом кожи. Кстати, а знаете, как в старые времена они называли людей с европейским цветом кожи? Асфар, то есть желтыми. Светлых блондинов они называли не белыми, а желтыми. А вот арабов с легким загаром они называли белыми. Абьад. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был очень предприимчивым человеком, или, как сегодня принято называть, бизнесменом. Он был очень успешным и состоятельным. Мы все хорошо знаем, что каждый состоятельный человек часто вызывает доверие у людей благодаря своей честности. Он никогда не стеснялся быть открытым. С самых ранних лет люди полностью доверяли ему. А вы помните, кто еще славился своей честностью? Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Этим самым я пытаюсь установить некую связь, чтобы вывести вас на мысль. Своим поведением и по своему характеру, Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, больше всех был похож на пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Он даже рассуждал, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорил, как он. Его мнения всегда совпадали с мнением пророка. В исламе, если мы проанализируем мнение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, касательно разных вопросов, то почти всегда они совпадали с мнением Абу-Бакра. Даже если их еще не успели озвучить, спросите пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и спросите Абу-Бакра, и вы убедитесь, что их мнения одинаковые. Иногда Абу-Бакр высказывался о чем-либо, и оказывалось, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил то же самое. Одним из тех, кто в хорошем смысле завидовал этому, то есть белой завистью, был Умар, да будет доволен им Аллах. Часто бывало, что он не соглашался с мнением Абу-Бакра, и тогда он отправлялся к пророку, но каждый раз мнение пророка, саллиллаху алейхи вассалям, совпадало с мнением Абу-Бакра. А знаете, что редко, когда мнения Умара и Абу-Бакра совпадали? Они всегда расходились во мнениях. Вплоть до того, что сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Если вы когда-нибудь согласитесь друг с другом во мнении, то не стоит обращаться ко мне за третьим советом, поскольку вы уже наверняка будете правы». До такой степени Абу-Бакр и Умар расходились во мнениях, даже несмотря на то, что у обоих была обоснованная позиция. Мы сейчас не говорим о мнениях касательно религии, поскольку они всегда были одинаковы. Мы говорим об ичтихаде, касательно вопросов, которые были не совсем ясными, и в которых уместно было самостоятельно вывести определенное решение. Мои дорогие братья и сестры, Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, никогда в своей жизни не поклонялся идолам, даже во времена джахилии. Однажды отец и дядя взяли его с собой к Каабе. Тогда ему было около 12 лет. Они хотели приучить его поклонению идолам. Они позволили ему войти в Каабу, где он неожиданно начал разговаривать с идолами. Он сказал, «Дайте мне еды». Но идолы ничего не ответили. Тогда он взял камень и бросил в одного из идолов, сказав, «Вы даже сами себя не можете защитить». И субханаллах, в этом есть некая схожесть с пророком Ибрагимом, мир ему. Когда он еще был ребенком. Это называется фитра. Субханаллах, это та самая фитра, из которой естественным образом вытекают скромность и совесть. Однажды я прогуливался по парку со своими детьми и увидел маленькую девочку, лет 6, которая пыталась сделать переворот на перекладине. Мама девочки подбадривала ее. «Давай же, переворачивайся, не бойся». На что девочка выкрикнула. «Мама, я же в юбке». Маленькая девочка сама напомнила своей маме, что она в юбке. Это и есть фитра. Она понимает, что в юбке это будет выглядеть некрасиво. Но мама ответила ей, «Ничего страшного, ты еще маленькая». И девочка перевернулась. И тогда я подумал про себя. Ведь это и есть именно то, о чем сказал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Каждый человек рождается в состоянии первозданного естества, но потом его родители меняют его. Как, например, этой маленькой девочки. Ислам – это и есть фитра. Мы рождены с ним, и он является нашей неотъемлемой частью самого рождения. Мои дорогие братья и сестры, давайте вернемся к описанию Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Он никогда в жизни не употреблял алкоголь. Почему? Он рассказывает. «Однажды мне довелось видеть пьяного мужчину, который, увидев на земле испражнения, начал месить их руками, пока сам весь не измазался. Тогда я сказал, «О Боже, я никогда не стану употреблять алкоголь, чтобы не унизиться до такой степени». После этого он ни разу не выпил спиртного. Снова мы видим фитру в действии. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был человеком фитры. Не зря пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как-то сказал, «Те из вас, кто обладал наилучшим характером до ислама, стали лучшими по характеру, приняв ислам. Лучшие до являются лучшими после». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, был очень близок к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Он очень любил его. Как вы все знаете, он был его лучшим другом. Посланник Аллаха даже сказал,
Если бы не Аллах выбрал твоего друга, то есть пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, своим халилем, то есть лучшим другом, образно говоря, то я сам бы выбрал Абу Бакра своим лучшим другом. Но Аллах выбрал твоего товарища Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, после пророка Ибрахима, алейхиссалям. Таким образом, если говорить о дружеских отношениях, мы сейчас не говорим об отношениях с Аллахом, то Абу Бакр был ближайшим другом пророка из всех его сподвижников. Почему его звали Ас-Сиддик? Прозвище Ас-Сиддик, согласно ранним ученым, приверженцам Сунны, он получил за свои поступки и дела в отношениях с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, после того, как уверовал в него. Я приведу вам три примера. Первый пример заключается в том, что он не засомневался поверить пророку, саллиллаху алейхи вассалям, когда тот пришел впервые рассказать ему об исламе. В сборнике хадисов Сахих Муслим упоминается, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сначала пришел к Абу Бакру и сказал: «О, Абу Бакр, скажу тебе по секрету, при условии, что ты не расскажешь никому. Мне было ниспослано откровение с небес. Мне явился ангел, который рассказал мне об Аллахе, и мне было ниспослано Божье откровение. Писание Аллаха, Коран». Абу Бакру было достаточно лишь раз взглянуть на пророка, после чего он сказал: «Ты говоришь правду. Ты действительно Божий посланник». Ученые, составлявшие его биографию, утверждают, что причина, по которой у него не было никаких сомнений, заключалась в том, что он с детства рос рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. И он часто слышал от многих мудрецов того времени, что Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, был необычным. Уже тогда они говорили о его необыкновенных качествах. И поэтому Абу Бакру не составило труда сразу поверить в него, как только он заявил о себе как о Божьем посланнике. Приведу один интересный случай, как однажды между Абу Бакром и Умаром разгорелся спор. Очень занятная история. Как-то Абу Бакр пришел расстроенный в мечеть. Он выглядел очень опечаленным. Лицо его было бледным, и тело его дрожало. Он воскликнул: «О посланник Аллаха, между мной и Умаром произошел спор. В результате я обидел его словом, и это была моя вина. Я извинился перед ним. Но он не принял моих извинений. Всем известно, что Умар был, мягко говоря, неуступчивым по характеру». И вот Абу Бакр говорит: «О посланник Аллаха, что же мне теперь делать? Как мне быть?» Пророк посмотрел на него и в ответ лишь произнес: «Аллах уже простил тебя, о Абу Бакр. Аллах уже простил тебя, о Абу Бакр». Он повторил это три раза. При этом он не сказал: «Да простит тебя Аллах». А вместо этого он произнес: «Аллах уже простил тебя». Стоило ему только рассказать, что стряслось, как Аллах уже простил его. Это говорит о высоком положении Абу Бакра. А вывод для нас из этого случая, согласно правоведам, такой, что если вы на регулярной основе и часто совершаете благие дела, то вам уже даже не обязательно произносить астагфируллах за мелкие погрешности. Аллах прощает нас по умолчанию. Вы заслуживаете этого. Это касательно людей, которые постоянно совершают благое. И тут в мечеть входит Умар. Он спешит к пророку и обращается к нему: «О посланник Аллаха». Пророк направляет свой взор на Умара и начинает хмуриться. Он дает знать Умару, что он недоволен им, что вводит Умара в ступор. Умар напуган. Он опускает глаза. Представьте себе, что сам пророк, саллиллаху алейхи вассалям, смотрит на вас с недовольством. Один из сподвижников, Амр ибн аль-Ас, да будет доволен им Аллах, сказал: «После того, как я принял ислам, я уже не мог описать лика пророка». Почему? Потому что я не мог задержать своего взгляда на нем более нескольких секунд. Потому что вокруг лика пророка, саллиллаху алейхи вассалям, присутствовала некая аура, что сложно было задержать свой взгляд на нем. И это вынуждало присутствовавших опускать глаза. Так выглядел пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И вот он смотрит на Умара. А ведь при виде Умара, если помните, убегает сам шайтан. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на него недовольным взглядом, отчего Умар остолбенел. Он присел и не мог вымолвить и слова. Абу Бакр стал свидетелем всего происходящего. Привстав на колени перед пророком, он сказал: «О посланник Аллаха, это моя вина. Я стал зачинщиком этого инцидента. Прости его». Тогда пророк посмотрел на Умара и сказал: «Я призываю людей к исламу, и все, к кому бы я ни обращался с призывом, мешкали, пусть и на мгновение. Все, кроме Абу Бакра. Как только я предложил ему принять ислам, он принял его без всяких раздумий». То есть он даже не заикнулся, и он ни на миг не засомневался.
«Почему бы тебе не оставить моего друга в покое?» Именно так он обращался к людям. «Оставьте моего друга в покое, не огорчайте его. Кто бы не огорчил его, огорчит меня». Это пример того, насколько близок Абу-Бакр был пророку, саллиллаху алейхи вассалям. В сборнике хадисов Сахих Бухари также приводится, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднимался на вершину горы Ухуд, как вдруг гора затряслась. С ним тогда были Абу-Бакр, Умар и... Кто еще? Усман, да будет доволен им Аллах. Тогда он приказал: «Успокойся, о Ухуд, перестань трястись. Ведь по тебе идет сам пророк, ас-Сиддик, то есть Абу-Бакр, и два мученика». Два мученика, имеется в виду Умар и Усман. Мы еще поговорим о них отдельно в последующих лекциях. Его уже называли ас-Сиддик во время случая с вознесением пророка, Исра валь-Миарадж. В ту самую ночь, когда верхом на Аль-Бураке он совершил путешествие из Мекки в Иерусалим, потом вознесся на небо и вернулся на землю. Тогда Абу-Джахль обрадовался и сказал: «Вот и настало время выставить его сумасшествие всем на показ». Первым, к кому они направились, был Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Они сказали ему: «Пойди и послушай, что говорит твой приятель. Ты же всегда настаивал, что веришь ему. Он говорит, что за ночь успел посетить Иерусалим и вернуться оттуда». На что Абу-Бакр ответил: «Если он действительно так сказал, значит, он говорит правду. Я уверовал в нечто более важное, чем это. Я верю, что ему не спосылается слово прямо от Бога, расположившегося выше семи небес. Почему я не должен верить, что он побывал в Иерусалиме и вернулся в ту же самую ночь? Конечно, я верю». Итак, его звали ас-Сиддик, и ни у кого больше не было такого титула, кроме как у Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Он был первым, кто принял ислам. И он был первым в списке десяти, которым, согласно хадису, был обещан рай. Да, кстати, многим другим сподвижникам при жизни был обещан рай. Но всем остальным эта новость пришла при самых разных обстоятельствах. Как, например, Барака или же Умму Айман. Вы, наверное, слышали о ней, да будет доволен ее Аллах. Но среди десяти одновременно перечисленных в одном хадисе, в самом начале упомянуто имя Абу-Бакра. Все они идут в очередном порядке. Абу-Бакр, Умар, Усман, Али и далее все остальные. Абу-Бакр был единственным сподвижником, все члены семьи которого приняли ислам. Его отец, мать, братья с сестрами, дети, все члены семьи. Нет больше ни одного сподвижника, чья семья в полном составе приняла ислам, кроме Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Есть очень интересная история, и мы еще поговорим о том, как его отец Абу-Кухафа принял ислам, как и его мать. Большую часть поддержки и помощи посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, получал от Абу-Бакра. Никто больше не оказывал такую поддержку пророку, саллиллаху алейхи вассалям, как Абу-Бакр. Он жертвовал своим имуществом, своей семьей и здоровьем. До такой степени, что однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ничье имущество не принесло мне такой пользы, как имущество Абу-Бакра». Услышав это, Абу-Бакр заплакал. Он ответил пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «Представьте себе, сколько людей собралось в мечети, и в присутствии всех пророк заявляет: ничье имущество не принесло мне такой пользы, как имущество Абу-Бакра». Некоторые люди услышали плач Абу-Бакра. Он посмотрел на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «А разве я и мое имущество не принадлежат тебе, о посланник Аллаха? Я весь в твоем распоряжении, и тебе даже не стоит говорить об этом». За день до своей смерти пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поднялся и открыто заявил: «Я не состою в долгу ни перед кем из вас. Кто бы ни делал мне благого, тому я уже возместил сполна, кроме Абу-Бакра, которому я обязан по сей день. И вот я уже стою на пороге смерти, но я до сих пор не возместил ему в полном размере за все его старания. Закройте все врата в мечеть». В то время было несколько входных врат в мечеть, названные в честь разных племен и личностей. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приказал оставить только ворота Абу-Бакра для входа и выхода в мечеть после своей смерти. Вместе с тем, это был намек людям на то, что Абу-Бакру суждено было стать преемником и халифом пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды, и этот хадис тоже приводится в сборнике Сахих Бухари, однажды Абу Муса аль-Ашари, один из ближайших сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, тот самый Абу Муса аль-Ашари, читавший Коран прекрасным голосом, сказал: «Как-то я решил пойти и помочь пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Мы шли вместе с ним, и он ничего не говорил. Я просто следовал ему, а он не возражал. Мы дошли до колодца под названием Уади Асир.
который был окаймлен стеной с входной дверью. Он зашел внутрь, подвернул брюки. В Австралии мы их называем штанами. И попросил меня присмотреть за дверью. Вдруг в дверь постучались, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, попросил меня узнать, кто там. Я посмотрел, и это был Абу-Бакр. Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Впусти его и скажи ему, что он будет среди обитателей рая». Абу-Бакр заходит и присаживается справа от пророка, рядом с ним. Он также подворачивает свои брюки. После в дверь снова постучали. Это был Умар. Тогда пророк сказал: «Впусти его и обрадуй вестью о том, что он прибудет в раю». Умар вошел и присел справа от Абу-Бакра, также свесив ноги. После чего в дверь снова постучали. Это был Осман. И пророк сказал: «Впусти его и обрадуй вестью о том, что он тоже прибудет в раю, но только после того, как его постигнет тяжелейшее испытание». И когда он передал эту весть Усману, на что тот ответил: «Мне достаточно Аллаха, и на него я уповаю». И поскольку рядом уже не было места, то он сел на диаметрально противоположной стороне от пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и также подвернул свои брюки. В этом хадисе идет скрытый намек на то, как они в итоге будут похоронены. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, похоронен справа, рядом с ним Абу-Бакр и Умар, точно так же, как они сидели на краю колодца Вади Асир, а Усмана уже позже похоронили на кладбище Бакия. Абу-Бакр был первым, кто стал призывать к исламу тайно. И первые пять сподвижников, которым был обещан рай, наилучшие из всех сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям, приняли ислам благодаря Абу-Бакру. Это Усман, да будет доволен им Аллах, Зубайр ибн Ауам, Саад ибн Аби Ваккас, Тальха ибн Убайдиллах, да будет доволен им Аллах, и Абдур-Рахман ибн Ауф. Первый из тех, кто принял ислам благодаря Абу-Бакру, да будет доволен им Аллах. Без всяких раздумий он всегда выходил и призывал людей к исламу, будь то тайно или же открыто. А поскольку все знали Абу-Бакра ас-Сиддика как правдивейшего, то многие люди сразу верили ему. Я всегда напоминаю молодым ребятам: братья и сестры, призывать к исламу или же вести даават не всегда следует словами или же статьями. Кто мне может ответить, какая форма даавата является наиболее эффективной? Валлах, я не шучу, любой в этом помещении знает правильный ответ. Какая форма? Правильно, это наши поступки. Наши поступки, особенно когда это затрагивает права людей, наши деловые сделки, выполнение контрактных обязательств или же обещаний, будь это на работе или дома. Валлах, и наши дети порой, может быть, и не слушаются нас, но они всегда подражают нам. Даже шнурки на ботинках они завязывают, как мы, но потом приходит время, когда уже их поздно переучивать. Поэтому вместо того, чтобы читать нравоучения, живите согласно своим принципам, и тогда все вокруг вас будут уважать вас, доверять вам и прислушиваться к вам. И все благодаря вашим поступкам. Именно таким характером и обладал Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Однажды, вскоре после принятия ислама, Абу-Бакр увидел, как пророк совершал обход, тауаф, вокруг Кабы. Это произошло во второй или третий год призыва к исламу. Тогда призыв осуществляли в тайне. И вот он видит, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, совершает тауаф вокруг Каабы, в то время как Абу-Джахль и все остальные просто сидят и смотрят. Абу-Бакр заметил, что пока пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ходит вокруг, все присутствующие смотрят на него с каким-то пренебрежением. И всякий раз, как он проходил мимо них, они начинали выкрикивать оскорбления в адрес пророка, саллиллаху алейхи вассалям. То же самое повторилось в первый обход и во второй, и каждый раз они выкрикивали гнусные слова пророку, на что он просто ответил: «Я был послан к вам. Но если вы не проявите сдержанность в своем поведении, то нам не избежать конфликтов. И в будущем я оставляю за собой право взять в руки меч. Иными словами, если вы не перестанете пакостничать, то я буду вынужден взять в руки оружие, и тогда нам не избежать войны, в которой победа все равно останется за мной». Что позже и произошло во время битвы при Бадре. Их очень сильно разозлило высказывание пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и они набросились на него. Одним из них был сосед пророка,
Субханаллах, как же его звали? Ибн Аль-Ками. Он подбежал к пророку и стал душить его своим платком. Увидев это, Абу-Бакр немедленно вмешался, чтобы защитить пророка. В этой перепалке Абу-Бакр и сам сильно пострадал. Это был первый случай, когда Абу-Бакр рискнул своей жизнью ради пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он воскликнул: «Неужели вы посмеете убить человека только за то, что он говорит «Аллах мой Господь»?» Вскоре произошел и второй инцидент, когда Абу-Бакр рискнул своей жизнью. На этот момент призыв к исламу уже перестал быть тайным. Однажды Абу-Бакр встал перед собравшимися у Каабы людьми и стал рассказывать им об основах ислама, зачитывая вслух аяты из Корана. Тогда даже пророк, саллиллаху алейхи вассалям, предупреждал его: «О Абу-Бакр, не выходи, нас еще очень мало», на что Абу-Бакр ответил: «О посланник Аллаха, оставь это на мое усмотрение. Нам пора уже разрушить эту стену и достучаться до них». И вот он решил выступить и рассказать им об исламе. Как только он начал, они атаковали его с такой жестокостью, что, повалив на землю, продолжали бить его по лицу, пока все части его тела не стали кровоточить. Мусульмане не могли ничего поделать. Конечно, они вместе с пророком бросились ему на помощь, но в неравной перепалке Абу-Бакр все же потерял сознание. Когда его родственники вызволили его, они в буквальном смысле не могли отличить его лица от затылка, от обильного кровотечения. Его приволокли домой. На глазах у его родных, многие из них на то время еще не были мусульманами. Его мать, его отец Абу Кухафа, члены его семьи, увидев его состояние, сказали: «У Аллаха, если он не придет в себя, мы объявим войну курайшитам, людям Абу Джахля и всем остальным, кто причинил ему эту боль». И как только Абу-Бакр, да будет довольным Аллах, очнулся, что он сказал? Он спросил: «Что случилось с пророком? Только что Абу Кухафа стоял и рассуждал о защите чести своего рода, и первое, о ком спрашивает Абу-Бакр, открыв глаза, это пророк». Тогда они все отошли от него. Отец в негодовании: «Сын мой, посмотри на себя, на тебе места живого нет, а ты переживаешь за этого пророка? Или как его там, Мухаммада?» На что он ответил: «Я не успокоюсь, пока не узнаю о его состоянии». Он обращается к своей матери и просит ее наведать Фатиму бинт Хаттаб, сестру Умара, да будет довольна ее Аллах. Она к этому времени уже приняла ислам в тайне, и поэтому об этом еще никто не знал. Тогда она пошла к Фатиме, но та испуганно стала отрицать: «Я не знаю ничего о Мухаммаде и Абу-Бакре, понятия не имею». Тогда мать рассказала, что стряслось с ее сыном, после чего Фатима решила сама проведать Абу-Бакра. И увидев его в таком состоянии, она не сдержалась и воскликнула: «Что они с тобой сделали, Субханаллах? Только за то, что человек говорит, что Аллах его Господь?» Тогда Абу-Бакр спросил ее: «Расскажи мне, что с Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям?» Она указывает на его мать, пытаясь намекнуть ему, что его мать рядом, и что она не может говорить. Он успокаивает ее: «Ничего страшного, говори». И тогда она рассказала ему, что произошло, и заверила его, что с Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, все в порядке. На что он ответил: «Я не успокоюсь, пока ты не отведешь меня к нему». Мама тут же встряла: «Сын, тебе нужно прийти в себя». На что он ответил: «Мама, я полностью доверяю тебе. Дайте мне увидеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, иначе я не успокоюсь». И тогда они повели его, избитого, в изнуряющей боли, и он видит пророка, саллиллаху алейхи вассалям, целует его в лоб и говорит: «Я готов пожертвовать своими родителями ради тебя, о посланник Аллаха». После этого он вернулся к себе домой, призвал свою мать, после чего она тоже приняла ислам. Субханаллах, многие люди принимают ислам, будучи на высоких эмоциональных нотах. Милосердие берет верх, вытесняя всякие предрассудки. И люди начинают по-настоящему чувствовать, как им не хватает Аллаха, свят он и велик. Еще одна отличительная черта характера Абу-Бакра заключалась в том, что он был первым, кто стал выкупать рабов и дарить им свободу. Среди рабов, которых он выкупил, был всем известный Биляль, да будет довольным Аллах. Когда он увидел, как Умайя издевался и пытал его, он обратился к Умайе: «Оставь этого несчастного человека». На что Умайя ответил: «А почему бы тебе не купить его, если ты так сильно за него переживаешь?» Абу-Бакр спросил: «Сколько ты за него хочешь?» Тот ответил: «Я хочу 40 серебряных монет». То есть 40 дирхамов, где-то около 30 долларов, или же пусть будет 20 фунтов. И он тут же соглашается купить его за 20 фунтов. Тогда Умайя говорит: «Ты думаешь, ты совершил великий подвиг? Я продал бы тебе его даже за 1 фунт». На что Абу-Бакр ответил: «А я бы даже за 100 его у тебя выкупил». В других версиях говорится, что он купил его за 9 серебряных монет, 7 серебряных монет, а в некоторых упомянуто, что он обменял его на одного из своих собственных рабов, после чего он даровал свободу Билялю, которому суждено было стать муэдзином ислама. Он освободил мать Биляля, Хамаму, и еще одну женщину по имени Замира, Сумайю бинт Хаббаб,
Амира ибн Фахира, Ум Абс Нахдия и ее дочь, рабыню из племени Арии из рода Умара, подвергнувшуюся пыткам Умара. Все они были простыми несчастными людьми и не представляли собой ничего особенного. Однажды его отец Абу Кухафа упрекнул его: «Послушай, Абу-Бакр, если ты освобождаешь рабов, то освобождай хоть тех, кто посильнее или из знатных племен, чтобы они хоть смогли встать на твою защиту. Посмотри, кого ты освободил. Одни слабаки». На что Абу-Бакр ответил: «Я освободил их не для того, чтобы обрести мощь. У меня есть Аллах, и вся моя сила и мощь от Него. И однажды, по воле Аллаха, мой отец тоже примет мою сторону». Именно поэтому его еще называли Аль-Атик, то есть тот, кто освобождает рабов. Таким был Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах. Дорогие братья и сестры, если говорить коротко, то Абу-Бакр так и жил бок о бок с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Однажды он собирался перебраться в Абиссинию. Это тот самый период, когда мусульмане были вынуждены переселиться. Тут произошел интересный случай. Когда он уже было собирался покинуть Мекку, его увидел один человек. Это был добрый человек, не мусульманин, старейшина одного из арабских племен, которого звали Ибн Дгинна. И вот он видит, как Абу-Бакр выезжает из Мекки. Он спрашивает его озадаченно: «О, Абу-Бакр, куда ты собрался?» На что Абу-Бакр отвечает: «Твои люди выжили меня. Они отвергли меня только за то, что я поклоняюсь одному Богу». Тот ответил: «Разве можно высылать такого благородного человека, как ты? Вернись, и я гарантирую тебе защиту». У арабов так принято: если они гарантируют защиту, то никто не смеет покушаться на вашу безопасность. «Ты гарантируешь мне защиту?» «Да». Он вышел перед Каабой и объявил перед всеми: «С этого момента Абу-Бакр находится под моей защитой». Просто чтобы у вас было представление, каким уважением пользовался Абу-Бакр. Итак, Ибн Дгинна вызвался взять его под свою защиту. На что Абу-Джахль сказал: «Мы согласны предоставить ему безопасность, но только с одним условием, что он перестанет проповедовать ислам». Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, согласился. После этого Абу-Бакр начинает совершать молитвы у себя дома. Во время ночных молитв он молится, читая Коран вслух. Даже несмотря на то, что у него был тихий и очень ранимый голос, прохожие и соседи стали прислушиваться к его молитвам. Тогда Абу-Джахль со своими сторонниками снова стали жаловаться: «Так не пойдет. Мы не позволим. Люди все еще слышат его проповеди и призыв к исламу». После чего Ибн Дгинна обратился к Абу-Бакру и попросил его не повышать своего голоса при чтении Корана. Абу-Бакр возразил: «Неужели мне уже и в своем собственном доме нельзя вслух читать Коран?» На что Абу Дгинна отвечает: «В таком случае я более не смогу защитить тебя, Абу-Бакр, и тебе придется искать выход самому». Абу-Бакр ответил: «Мне достаточно Аллаха, и на него я уповаю». Субханаллах. Он снова был подвергнут гонениям. Как раз в тот период, когда скончалась жена пророка, саллиллаху алейхи вассалям, Хадиджа, да будет доволен ее Аллах, и его дядя Абу Талиб, который оберегал их. И вот Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, с Абу Бакром снова остались лишенными всяких гарантий о безопасности, оказавшись под риском новых нападок, гонений и даже, возможно, физического устранения. Все так и продолжалось, и чуть позже пришло время переселения. Тот период, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, решил переселиться из Мекки в Медину. Мусульмане уже постепенно начали перебираться до него. Среди первых переселенцев был Умар, да будет доволен им Аллах. И мы еще поговорим о нем подробнее. Абу-Бакр тоже хотел поскорее переселиться. Но пророк сказал ему: «О, Абу-Бакр, не спеши с переселением». Он удивился: «Почему, о посланник Аллаха?» Тогда пророк ответил: «Быть может, Аллах пошлет тебе спутника». Абу-Бакр ответил: «Хорошо, посланник Аллаха, я подожду». Но где-то в глубине души он уже подозревал: быть может, это Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. И вот настал тот час. Как передает Аиша, тогда она еще была совсем маленькой девочкой и выросла в исламе. Она рассказывает: «Я помню, как отец открыл дверь пророку посреди дня». Посреди дня имеется в виду, что обычно днем арабы отдыхали, и никто не выходил на улицу из-за невыносимой жары. Пророк постучал к нему в дверь и сказал: «Выходи со всеми своими домашними». Абу-Бакр ответил: «Тут только я и твоя семья». То есть он, его жена Асма и дочь Айша, которая еще не была замужем за пророком. Но Абу-Бакр назвал их семьей пророка от искренней любви к нему. «Тут только моя дочь и твои близкие, без посторонних». Тогда пророк вошел в дом и сказал: «Не говори никому. Аллах дал мне добро на переселение». Абу-Бакр посмотрел на него и сказал: «Ты хочешь сказать, что я стану твоим спутником?» Братья и сестры,
К сожалению, за столь короткое время трудно передать те глубокие чувства и эмоции, которые Абу-Бакр испытывал. Он уже долго ждал этого момента. Его жизнь была под постоянной угрозой. Он искренне любил Божьего посланника. Все мусульмане уже переселились. И тут пророк сам обращается к нему и говорит: «Ты совершишь переселение со мной». Разрешение на переселение было принято за пределами семи небес. Абу-Бакру было суждено стать спутником пророка, саллиллаху алейхи вассалям, при его переселении. Переселение, без которого нас бы с вами здесь не было. Мы не стали бы мусульманами. И не было бы 1,7 миллиарда мусульман в мире, если бы не хиджра. Когда Абу-Бакр услышал, что ему предстояло стать спутником пророка, Айша рассказывает: «Я еще никогда не видела мужчину, плачущего как ребенок». Так плакал отец от радости, услышав, что ему суждено было совершить переселение вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Я никогда не видел, чтобы он так плакал, словно младенец, сидя на полу, сгорбившись, роняя слезы, словно младенец, от радости, что ему предстояло составить компанию пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Он уже заранее позаботился о верблюдах, договорился с проводником, все держалось в полнейшей тайне. Он сказал: «О посланник Аллаха, я подготовил двух мощных, сильных верблюдов». Он был весьма состоятельным человеком. «Один для тебя, второй для меня». На что пророк сказал: «Нет. Только при условии, что я заплачу за своего верблюда столько, сколько он стоит». Абу-Бакр хотел было возразить: «Посланник Аллаха, я уже обо всем позаботился». Но пророк сказал: «Нет, я тоже хочу, чтобы мое переселение и моя хиджра была ради Аллаха. То есть я беру верблюда, я плачу за него, и я хочу, чтобы Аллах стал свидетелем моих усердий. Не только ты, Абу-Бакр, но и я хочу также получить вознаграждение за хиджру». После чего Абу-Бакр смирился, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, позже покрыл ему расходы. Они, как вы уже знаете, отправились в противоположном от Медины направлении, чтобы замести следы. Их действительно не могли найти. Сначала они отправились в пещеру Сяур. По пути в Сяур Абу-Бакр двигался то впереди пророка, то позади, то слева, то справа. Пророк удивился: «Что с тобой, Абу-Бакр?» На что он ответил: «О посланник Аллаха, я должен оберегать тебя со всех сторон, на случай, если вдруг скорпион, змея или еще какая-то угроза, оберегая пророка со всех сторон». Затем они расположились в пещере. Многие, наверное, слышали историю про голубицу, свившую гнездо, про паука с паутиной. Что касается истории с голубицей, братья и сестры, то она считается вымышленной, но все равно пользуется популярностью. Говоря о паутине, то это приводится в достоверных источниках. Есть еще одно упоминание. Когда они вошли в пещеру, Абу-Бакр якобы разорвал свою одежду, чтобы закрыть щели в пещеру. И когда он наступил на камень, пытаясь закрыть одну из щелей, в его ногу укусила змея. Вы слышали эту историю? Конечно же, это тоже выдумка. Но люди продолжают пересказывать ее, потому что им свойственно вызывать эмоции. В любом случае, Абу-Бакр всячески оберегал пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но потом снова появился Абу-Джахль, злейший враг ислама, со своими людьми. Они шли по следам, ведущим к пещере Сяур. Особенность пещеры Сяур в том, что она направлена вниз. Чтобы заглянуть в нее, вам придется посмотреть вниз, а не перед собой. Они взобрались и стали смотреть по сторонам, пытаясь разглядеть Абу-Бакра и пророка, саллиллаху алейхи вассалям, где-нибудь вдали. А Абу-Бакр тем временем смотрел вверх и видел глаза Абу-Джахля прямо перед собой. Он сильно нервничал, но, посмотрев на пророка, увидел, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пребывает в полном спокойствии. После этого преследователи развернулись и ушли. Они так и не посмотрели вниз под ноги. После чего Абу-Бакр сказал: «Клянусь Аллахом, стоило им только опустить глаза вниз, они бы увидели мое лицо прямо перед своими ногами». На что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, отвечает, похлопывая Абу-Бакра по груди: «О Абу-Бакр, не бойся! О Абу-Бакр! А что ты думаешь о двоих, с которыми Аллах? Ты говоришь о нас, о посланник Аллаха. Аллах только что не спасал мне строки Корана». Абу-Бакр наблюдает за Абу-Джахлем, который стоит прямо над ним, а пророк в это время находится в полном спокойствии, в присутствии Джибрииля. И он сказал ему: «О Абу-Бакр, ко мне явился Джибрииль». Это приводится в суре Ат-Тауба, аят 40. إذ
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Это были строки, которые были ниспосланы пророку в тот самый момент. Если вы не поможете Мухаммаду, то ведь Аллах уже помог ему, когда неверующие изгнали их двоих. Когда они были в пещере, он сказал своему спутнику: «Не печалься, поистине с нами Аллах». Тогда Аллах ниспослал ему спокойствие и поддержал его воинами, которых вы не видели. Аллах сделал слово неверующих нижайшим, а слово Аллаха превыше всего. Аллах могущественный, мудрый. Аллаху Акбар. В тот самый момент, как Абу-Бакр рассказывает пророку, что произошло, Аллах ниспосылает ему строки Корана, в которых описывается то же самое, что происходит с ними. Прямо на том самом месте. Одно это уже говорит многое об Абу-Бакре. Единственный сподвижник, о котором упоминается в Коране в полном контексте. Еще один сподвижник, чье имя приводится в Коране, это Заид, да будет довольным Аллах. Но Абу-Бакр упоминается с пророком вместе и Аллахом с ними. Три ночи они провели в пещере Саур, после чего отправились в Медину. Курайшиты объявили вознаграждение за головы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакра, заявив, что каждый, кто принесет их живыми или мертвыми, получит 100 верблюдов в подарок. Вы представляете, что такое 100 верблюдов? Представьте себе просто хотя бы 100 тысяч фунтов стерлингов. В те времена это было целое состояние. Их можно было продать и легко получить $1 миллион. 100 верблюдов. Можно было поухаживать за ними и в итоге продать даже за 1 000 000 фунтов. В те времена жил один человек по имени Сурака ибн Малик. Он был очень хитрым и опытным воином. Он знал пустыню как свои 5 пальцев. Услышав о 2 всадниках, проследовавших в определенном направлении, он пустился вслед за ними. Награда в 100 верблюдов как-никак. Вот они уже показались ему, и Абу-Бакр, узнав Сураку, воскликнул: «О посланник Аллаха! Он вот-вот настигнет нас!» Но пророк по-прежнему сохраняет полное спокойствие. Он читает Коран, произносит поминания, он даже произносит их в ритме. Абу-Бакр тем временем пытается докричаться до него: «Мы пропали!» Можно только представить, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, размеренно произносит поминания. Абу-Бакр истекает потом, понимая, что тот вот-вот уже сравняется с ними. Как вдруг, всего на расстоянии нескольких метров от них, конь Сураки валится на землю. Никогда в жизни он еще не падал с коня. Он поднимается снова, и опять конь падает на землю. И после 3-го раза он уже ползет к Абу-Бакру и пророку. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, оборачивается и спрашивает его: «Что тебе надо?» Сурака отвечает пророку, саллиллаху алейхи вассалям: «Оставьте меня в покое, пожалуйста». Он подумал, что на него подействовало какое-то проклятие. Они ведь были очень суеверными. Но, конечно, все происходило не без участия Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «О, Сурака, прямо сейчас я вижу тебя в браслетах Хасроя». То есть императора Персии. Представьте себе, что в те времена император Персии – это все равно, что глава мировой державы в наши дни. Сегодня мы знаем Америку, Великобританию, а тогда Персия и Римская империя были главными мировыми державами. Так вот, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит ему, что он будет в браслетах императора Персии. И Сурака поверил ему на слово, потому что он теперь понимал, что перед ним Божий посланник. И субханаллах, настал тот день, во времена Умара, да будет довольным Аллах, когда они покорили часть Персии, взяли дворец и забрали все золото и драгоценности. И когда Умар принес дорогие трофеи в мечеть пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он заплакал. Мы еще поговорим о нем позже. Он позвал Сураку: «О, Сурака, где же ты? Иди сюда». Все это произошло, наверное, спустя 20 лет после того случая. Он сказал: «Сурака, вот браслеты императора Персии.
Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как-то говорил, что ты наденешь их, так надевай же. Сурака надел браслеты и стал расхаживать в них. Он очень любил внимание к себе. И тогда Умар подозвал его и сказал: «Хорошо, а теперь сними их и положи в общую казну». Поскольку пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не говорил, что ты оставишь их себе, после чего ему пришлось вернуть их. Это была история о Сураке ибн Малике. Есть еще одна очень известная и достаточно длинная история о пророке, саллиллаху алейхи вассалям, и о женщине, которую он встретил в шатре. Эта женщина, субханаллах, известна своим описанием пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его черт лица и физических качеств, о которых она написала в стихотворной форме. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тогда накормил ее козу, которая сразу после этого дала хороший удой, после чего она поверила в него. Это длинный рассказ. Когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вместе с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, прибыли в Медину, их радушно встречали. Жители Медины не могли понять, кто же из них пророк. Тот или этот, поскольку они оба выглядели очень скромно. Эта скромность характера сразу бросалась в глаза, и никто не мог понять, кто же из них пророк. Субханаллах. Но когда Абу Бакр укрыл пророка от солнца своей накидкой, все сразу смогли отличить пророка от Абу Бакра ас-Сиддика. С этого момента Абу Бакр всегда был высоко уважаем среди всех слоев населения. Все осознавали важный статус Абу Бакра, будто Аллах уже тогда готовил его в качестве преемника пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Будучи в Медине, мало кто полностью осознавал значимость Абу Бакра, да будет довольным Аллах. Умар уже успел поучаствовать в некоторых разногласиях. Представители ансаров, победителей на то время, еще не осознавали до конца, кем был Абу Бакр. Расскажу вам один случай, произошедший в Медине. Нам, как мусульманам, он служит хорошим уроком того, как надо относиться друг к другу. Сподвижник по имени Рабиа ибн Кааб аль-Аслями. Рабиа ибн Кааб аль-Аслями был из ансаров Медины. Этот хадис приводится в сборнике достоверных хадисов «Мустадрак аль-Хаким». В нем рассказывается, как после одного из сражений, после которого они завладели определенной территорией, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, велел поделить завоеванную территорию между Абу Бакром и Рабиай за их отвагу в битве при Бадре. В центре этого земельного участка стояла финиковая пальма, которая стала предметом спора, возникшего между Абу Бакром и Рабиай. Абу Бакр заявил, что эта пальма принадлежит ему, но тот возразил, сказав, что она его. Всем известно, что Абу Бакр был очень мягким и добрым, но местами он мог проявить жесткость характера, и это было его особенной чертой. Известно всего два или три случая, когда он задел кого-то словом. Всего три или четыре раза он проявил свой темперамент, не больше. И вот он задел Рабиу своим словом, чем-то незначительным. Рабиа обиделся и перестал с ним разговаривать. И как только Абу Бакр заметил это, он схватил Рабиу и воскликнул: «Давай же, ответь мне тем же самым, ответь же мне!» Рабиа прекрасно понимает статус Абу Бакра. Он уже слышал об истории с Омаром. Рабиа отвечает ему: «Я не стану ничего отвечать тебе, Абу Бакр». На что тот настаивает: «Ответь мне, чтобы мы предстали на равных перед Аллахом в судный день. Я не стану ничего отвечать». Тогда Абу Бакр говорит: «Если ты не ответишь, я пожалуюсь на тебя пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Нет, я все равно не стану ничего тебе отвечать». Абу Бакр отправляется к пророку, саллиллаху алейхи вассалям. А люди тем временем подошли к Рабиа и говорят: «Он сам тебя обидел, а теперь идет жаловаться на тебя пророку, саллиллаху алейхи вассалям. Ты правильно поступил». На что Рабиа воскликнул: «Замолчите! Не дайте Абу Бакру услышать вас. Это же ас-Сиддик, ближайший друг пророка. Он был вторым из трех в пещере, когда о нем были ниспосланы строки Корана. Он услышит и станет недоволен мной. И это вызовет недовольство пророка, что приведет к недовольству Аллаха в мой адрес, вызванное недовольством Абу Бакра и пророка». Когда пророк услышал о случившемся, он был огорчен. Он позвал Рабиру и спросил его: «Правда ли то, что говорит ас-Сиддик? Расскажи мне свою версию». «Да, так и было». Обратите внимание, что при спорных вопросах всегда нужно выслушивать обе стороны. «Да, о посланник Аллаха, так оно и было». «И ты решил не отвечать ему тем же? Ты решил не оскорблять его в ответ?» «Да, Божий посланник, так и есть». «Правильно. Даже не смей порочить его. Ничего не говори моему другу». «А что же мне тогда делать, о Божий посланник? Скажи ему в ответ: да простит тебя Аллах, Абу Бакр. Да простит тебя Аллах». И он стал повторять это, пока борода Абу Бакра не намокла от слез.
Он вышел в слезах, повторяя: «Аллах простит меня». Поэтому, братья и сестры, всякий раз, когда между нами возникают споры, нам следует проявлять милосердие по отношению друг к другу и прощать друг друга искренне от всего сердца. Однажды в Медине произошел еще один случай. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, уже был женат на Аише, и у них произошел небольшой спор. Аиша и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, немного повздорили. Этот случай должен послужить хорошим уроком семейных отношений для всех, кто уже состоит в браке. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Может быть, нам пригласить твоего отца, чтобы он рассудил нас?» «Конечно, каждая жена будет только за, чтобы ее отец поучаствовал в решении конфликта». «Мой отец? Конечно. Несомненно, он поддержит меня». «Тогда они позвали Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «О Абу-Бакр, рассуди нас. Помоги нам решить наш спор». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обращается к Аише: «Ты начнешь или я?» На что она отвечает: «Начни ты, но говори правду». Аиша требует от Божьего посланника говорить только правду. И это вполне естественно. Поэтому, если ваша жена вдруг говорит то же самое, то не стоит воспринимать это сразу близко к сердцу. Услышав это, Абу-Бакр вскакивает и вот-вот готов ударить свою дочь. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, тут же встает между своей женой и ее отцом с поднятыми руками и говорит: «Нет, Абу-Бакр, я тебя не для этого позвал». Тогда Абу-Бакр присаживается и говорит: «Как же тебе не стыдно? Разве он может говорить неправду?» Он обращается к своей дочери: «Нет никого его честнее». После чего она поникла головой и виновато вымолвила: «Мне нечего сказать». И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на Аишу и сказал: «Видишь, как я спас тебя от отца?» Она согласилась, они посмеялись, и Абу-Бакр посмотрел на них и сказал: «О посланник Аллаха, позволь мне, пожалуйста, стать соучастником вашей радости, так же, как я стал соучастником вашей ссоры». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пригласил его составить им компанию. И втроем они еще долго смеялись. Субханаллах. В этом отличный урок для всех нас. Абу-Бакр, да будет доволен им Аллах, участвовал в каждой битве пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы сейчас не станем разбирать все битвы, поскольку на это уйдет много дней. Но сегодня, я думаю, достаточно будет рассмотреть один инцидент при Худейбии. Где-то через 9 лет после переселения пророка, саллиллаху алейхи вассалям, в Медину, в месте под названием Худейбия, мусульмане заключили мирный союз со своими неприятелями из племени Курайш. Со стороны курайшитов представителем выступил Сухейль ибн Амр, предложивший заключить соглашение с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Сухейль посмотрел на пророка и принятым среди арабов жестом стал неоднократно гладить бороду пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда он дотронулся первый раз, Абу-Бакр просто посмотрел на него, держась за рукоятку меча. Он дотронулся еще раз, и третий. И на третий раз терпение Абу-Бакра достигло предела, как раз в самый нужный момент. И тогда он сказал: «Если эта рука прикоснется к бороде пророка еще один раз, ее просто не станет. Этой руки уже не будет». Сухейль посмотрел на него и удивился: «А это еще кто такой?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, посмотрел на него с улыбкой: «Это Ас-Сиддик». Тогда тот промолвил: «Ничего себе! Кто подменил Абу-Бакра? Он уже совсем не тот мягкий и скромный человек, которого мы когда-то знали». Абу-Бакр тем временем продолжал стоять рядом с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, в ходе мирных переговоров. Я хочу предупредить, на случай, если в зале есть дети, что далее последовала нецензурная реакция Абу-Бакра. Итак, Сухейль осматривается и видит Али, Умара, да будет довольными Аллах, он видит всех остальных, очень хмурых людей, готовых в любой момент встать на защиту пророка. И тогда он говорит: «Что ты думаешь, Мухаммад, что все, кто собрался тут, будут стоять и оберегать тебя всю свою жизнь? Сейчас-то легко, но дальше будет сложнее, и все они убегут от тебя». Абу-Бакр не смог сдержать себя. Он встал и достаточно грубо выразился об их идолах,
Нам, конечно, не следует делать этого, но в то время это был вынужденный ход, поскольку на кону стояла жизнь людей. Он встал и сказал: «Ты смеешь говорить, что мы бросим пророка? Почему бы тебе не пойти и не поступить так-то и так-то со своей богиней?» У них была богиня, которую они называли Лат. Я не стану произносить эту фразу дословно, вслух. Может быть, расскажу ребятам чуть позже. Потерпите до конца лекции. Но это была очень грубая форма. Предложение пойти и заняться кое-чем с богиней Лат. Как мы можем бросить Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Кстати, это совсем не значит, что вы можете использовать нецензурную брань. В ситуации, когда рядом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назревает битва насмерть, и грубое слово способно внушить вашему врагу страх, использование такой лексики вполне допустимо. Но на улице, когда вы строите из себя блатного, этого делать не стоит. Дорогие братья и сестры в исламе, после соглашения при Худайбии были приняты определенные условия, но сподвижники пророка были не согласны с таким раскладом. Умар, да будет доволен им Аллах, не выдержал и обратился к пророку: «О посланник Аллаха, как ты мог пойти на такие уступки? Они все в их пользу, мы просто в проигрыше. Абу-Бакр, как мог пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пойти на такое?» Тогда Абу-Бакр был единственным, кто твердо выступил по этому поводу. «Умар, он посланник Аллаха, и он решает только с позволения Аллаха, восседающего над семью небесами. В этом, несомненно, скрыто благо. Это очень длинный рассказ». Умар, комментируя этот случай, даже сказал: «До того случая у меня никогда не возникало сомнений. Однако позже, после того, как стало понятно, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и Абу-Бакр были правы, а мое мнение было неверным, каждый месяц я выкупал и освобождал раба в качестве расплаты за свои сомнения. Абу-Бакр был прав. Всякий раз он занимал похожую позицию. В итоге я убеждался, что Аллах открывал ему сердце раньше, чем мне. Это тоже указывало на преемственность Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах, после пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда жизнь пророка, саллиллаху алейхи вассалям, подошла к концу, и это очень важный момент, за несколько дней до своей смерти состояние пророка, саллиллаху алейхи вассалям, стало резко ухудшаться. И он обратился к Аише, да будет доволен ею Аллах: «Попроси Абу-Бакра возглавить молитву в мечети». Вы понимаете смысл этой просьбы? В присутствии пророка, саллиллаху алейхи вассалям, никто не имеет права вставать во главе молитвы имамом, кроме его самого, потому что он предводитель всех мусульман. Только халиф, если он присутствует среди мусульман, может вести молитву, если только он сам лично не назначит кого-нибудь. Предводитель всегда встает во главе молитвы. Таким образом, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, поручил Абу-Бакру встать имамом, когда он уже сам был не в состоянии этого сделать. Аиша ответила ему: «О Божий посланник, пожалуйста, назначь кого-нибудь другого. У моего отца очень тихий голос, и он сам очень ранимый. Пусть им будет тот, у кого голос громче, и кто не плачет так часто». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, расстроился и еще настоятельнее потребовал: «Скажи Абу-Бакру, чтобы он встал имамом». После чего он потерял сознание. Когда он пришел в себя, он спросил: «Ты попросила Абу-Бакра встать имамом?» Она ответила: «Да, посланник Аллаха, как ты просил». Даже до этого, обращаясь к Аише, он сказал: «О Аиша, не будь как те женщины, которые предали Юсуфа. Пойди и попроси Абу-Бакра, чтобы он возглавил людей в молитве». Так настоятельно он требовал, чтобы Абу-Бакр занял место имама. Как-то раз Абу-Бакра не оказалось на месте, а время дневной молитвы уже настало. Один из уважаемых сподвижников по имени Абу-Зам'а, осмотрелся вокруг и заметил, что Абу-Бакра нет, но время молитвы уже настало. Пророк уже был не в состоянии по причине болезни. Абу-Бакра нет. Тогда Абу-Зам'а посмотрел на Умара и предложил ему возглавить молитву имамом. Умар вышел вперед и начал молитву. «Аллаху Акбар». Голос Умара был громким и раскатистым, отчего пророк, саллиллаху алейхи вассалям, очнулся и спросил: «Кто встал имамом? Где Абу-Бакр?» На что Аиша ответила: «О посланник Аллаха, он отошел ненадолго». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Аллах и его посланник и мусульмане не смирятся с тем, что имамом стоит не Абу-Бакр». И он стал повторять это, пока Умар не перестал молиться.
Он ушел, и все ждали возвращения Абу-Бакра. Когда Умар услышал об этом, он посмотрел на Абу-Замру и шепотом сказал: «Посмотри, в какое положение ты меня поставил, Абу-Замра. Теперь я во всем виноват. Я подумал, что ты уже спросил пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он дал добро». Тот ответил: «Нет, я просто посмотрел вокруг, и поскольку Абу-Бакра не было, я подумал, что самым достойным после него будешь ты». Кстати, это тоже указывает нам на то, что Умару предстояло стать вторым халифом. Дорогие братья и сестры, исторический процесс не стоит на месте, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, уходит из жизни. Все вокруг словно теряют рассудок. Умар встает и произносит свою известную фразу: «Кто только посмеет сказать, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, умер, я отрублю ему голову вот этим самым мечом. Он всего лишь удалился, как пророк Муса, и скоро вернется». Али как будто онемел и не мог вымолвить ни слова. Усман не мог подняться. Вся Медина будто сошла с ума. Все, кроме Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Он встал перед всеми и сказал: «Те, кто поклонялся Мухаммаду, знайте, что Мухаммад скончался. Те, кто поклонялся Аллаху, знайте, что Аллах вечный, и его не постигнет смерть». И тогда он процитировал аяты Корана. Мухаммад всего лишь посланник, как и посланники до него, которые тоже жили и умерли. И если он погибнет или же умрет, неужели вы обратитесь вспять вопреки своей вере? И тогда Умар пришел в себя и сказал: «Как же я мог забыть эти строки?» И тогда все в Медине стали постепенно приходить в себя, но только теперь их плач уже был вызван тем, что они забыли слова Аллаха, Свят Он и Велик. Следовательно, кто дал им прийти в себя и вернул их на путь истины? Конечно же, Абу-Бакр ас-Сиддик, да будет довольным Аллах. В этом еще одно знамение. Далее Абу-Бакр выбирают халифа. Если вы позволите мне еще 10 минут, то я попробую уложиться. Ваше внимание очень важно. Абу-Бакр, да будет довольным Аллах, становится халифом. Как же его выбирают? Во-первых, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не сказал определенно, что Абу-Бакр займет место в качестве его халифа. Вместо этого он оставил это на усмотрение мусульман. Но при этом он сделал несколько серьезных намеков. Первый из них заключался в том, что он попросил его встать имамом в молитве. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, скончался, Али, да будет довольным Аллах, и Ибн Аббас присутствовали на похоронах пророка. Умар подошел к Абу-Бакру и обратился к нему. Там собрались ансары, и они спорят по поводу того, кто станет халифом. «Это катастрофа, Абу-Бакр, пойди к ним». Один из сподвижников по имени Саад, которого ансары собирались выбрать халифом, был тяжело болен. Он был почти при смерти. В тот момент произошел очень долгий спор. Стороны устроили дебаты с разными аргументами. Абу-Бакр, Умар и несколько других сподвижников из мухаджиров, Абу-Убайда ибн Джаррах, да будет довольным Аллах, доверенный этой уммы, как пророк назвал его, тоже был среди присутствовавших, и группа ансаров-сподвижников. Спор возник касательно того, кому быть халифом. Только спорили, не приводя доводы касательно личностных качеств или же утверждений пророка, саллиллаху алейхи вассалям, а на основании племенной принадлежности. У ансаров проснулось чувство племенного мировоззрения. Они обосновывали это тем, что они ансары, и что благодаря им пророк, саллиллаху алейхи вассалям, одержал победу, и что они поддержали пророка и приняли переселенцев мухаджиров. Следовательно, они считали, что халифом должен быть один из ансаров. Абу-Бакр, да будет довольным Аллах, возразил: «Я не согласен. Вы действительно хорошие люди, вы победители, вы поддержали пророка, саллиллаху алейхи вассалям». Умар рассказывает, что он и сам хотел выступить, но Абу-Бакр говорил так красноречиво. Он сказал: «Не стоит забывать, что мухаджиры были первыми мусульманами. Они были первыми, кто переселился с пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Они первые и более осведомленные среди вас.
Поэтому я считаю, что халифом должен стать один из мухаджиров-переселенцев. Следует понимать, что в данном случае не может быть однозначного решения. Никто не говорит, что где-то в законе черным по белому прописано, что мухаджиры больше претендуют на власть, чем ансары, или же что кто-то из родственников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Тогда решения принимались советом. В итоге Абу-Бакр сказал: «Я предлагаю выбрать Умара или же Абу-Убайду». Однако ни Умар, ни Абу-Убайда не приняли своих кандидатур. Спор продолжился. Тогда один из ансаров предложил: «А почему нам не выбрать одного халифа с вашей стороны, а одного с нашей?» Абу-Убайда возразил: «Нет, так не пойдет. Это приведет к расколу». Тогда Абу-Бакр постарался выровнять ситуацию, но спор продолжился. После чего один из ансаров по имени Башир ибн Саад обратился: «О ансары! Что бы мы ни делали для ислама, мы делали это для довольства Аллаха и пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Мы не делали это под давлением или же против чьей-то воли. Если мы хотим получить власть, нам следует поступать совсем не так. Пророк был выходцем из племени курайшитов, поэтому у них больше права занять должность преемника. Клянусь Аллахом, я считаю, что нам не следует спорить с ними в этом вопросе. Клянусь, что я ничего не имею против». Тогда один из ансаров встал и выкрикнул: «Я полностью разделяю это мнение». Позиция ансаров стала слабеть. И Умар встал и произнес свою известную фразу: «О люди! Всем вам известно, что пророк никому не дозволил возглавить молитву, кроме как Абу-Бакру. А теперь я вызываю любого из вас, кто осмелится встать имамом вместо Абу-Бакра, оставив его позади». Тут я еще забыл упомянуть, что однажды, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, был уже болен, и он не смог выйти на утреннюю молитву и приказал Абу-Бакру оставаться на месте имама, позже он подошел и присел рядом с Абу-Бакром на стуле и приказал ему продолжать в качестве имама присутствовавших. И тогда пророк стал имамом Абу-Бакра. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Аллаху Акбар», Абу-Бакр повторял за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. А люди повторяли за Абу-Бакром. Пророк вел лишь Абу-Бакра, а Абу-Бакр вел всех остальных в коллективной молитве. Поэтому Умар объявил всем: «Кто из вас отважится?» И тогда все замолкли. Никто не осмелился выйти имамом в то время, когда за ним был Абу-Бакр. И тогда Умар, да будет довольным Аллах, сказал: «Абу-Бакр, дай мне свою руку, чтобы я мог присягнуть тебе как халифу». Но Абу-Бакр отказался и не протянул руку. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Отказывайте во власти тому, кто сам станет требовать ее. То Аллах окажет им помощь». Люди не должны стремиться к власти. Если вы стремитесь к власти, то у вас неправильное намерение. Такая власть никогда не принесет успеха ни тебе, ни тем, чьи интересы ты представляешь. Власть — это ответственность. Абу-Бакр прекрасно это понимал, как и его сподвижники. Он отказался протянуть руку. Однако Умар, взяв его за руку, заставил его принять свою присягу. После чего последовал Абу-Убайда и остальные ансары. Их было около 30-40 человек, присягнувших Абу-Бакру. Абу-Бакр тогда выступил перед жителями Медины в мечети и сказал: «Меня выбрали халифом. Вы согласны с этим решением?» И тогда все в один голос ответили: «Да, мы согласны, Абу-Бакр». После чего он вышел из мечети и обратился к жителям, которые стояли на балконах городских зданий: «Я был вынужден принять эту должность. Вас всех устраивает это решение?» И все единогласно ответили: «Мы принимаем Абу-Бакра своим предводителем». К чему я рассказываю вам об этом? Я хочу обратить ваше внимание на то, что выборы халифа не основывались согласно четко прописанному процессу.
По сей день многие ученые спорят касательно того, как это происходило. Нам не был предписан какой-то один определенный метод для выбора халифа. Как вы видите, в то время не было четкого установленного регламента. Абу-Бакр хотел удостовериться, что люди действительно не имеют ничего против него, с тем, чтобы он мог служить им добросовестно, после чего он произнес свою знаменитую речь: «О люди! Я был избран вашим предводителем, хотя я не являюсь лучшим среди вас. Я совсем не самый лучший среди вас. Если я буду служить верно, окажите мне поддержку. Если я ошибусь, укажите мне верный путь. Знаете, что правдивость – это доверие, а ложь – это вероломство. То есть я буду с вами честным и не буду обманывать вас. Слабый из вас будет для меня сильным до тех пор, пока я не добьюсь соблюдения его прав. А сильный из вас будет слабым для меня, пока я не заставлю его соблюдать права других, если на то будет воля Аллаха». Когда среди людей распространяется разврат, Аллах насылает на них беды. Подчиняйтесь мне до тех пор, пока я подчиняюсь Аллаху и его посланнику в отношении вас. Если же я ослушаюсь Аллаха, то вы не обязаны подчиняться мне. Казалось бы, простые слова, но он навечно заложил основу политического руководства в исламе. Руководитель — это не просто работа с людьми. Он словно светильник, который сгорает, даруя людям свет. Это и есть настоящий лидер. Следующий рассказ тоже достаточно длинный, но я приведу несколько примеров касательно его лидерских качеств. Али повременил со своей присягой еще около 6 месяцев. Причиной послужил спорный вопрос касательно земельного участка, который остался после пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Али и Фатима полагали, что унаследуют этот участок. Однако Абу-Бакр, да будет довольным Аллах, не согласился выдать им этот участок. Понятно, что они были недовольны решением. Вопрос наследства как-никак. Спустя полгода Абу-Бакр навестил Али и Фатиму. Он и раньше пытался. Итак, будучи уже у власти, когда все утряслось, он пришел к ним и сказал: «Я знаю, что вы все еще недовольны положением некоторых дел. Если же говорить о земельном участке, то я слышал, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы, пророки, не оставляем наследство. Все, что мы оставляем после себя, становится общественным достоянием. В этом есть причина, по которой я не дал согласия передать вам этот участок, Али». Фатима и Али, да будет доволен ими Аллах, не знали о существовании этого хадиса. Тогда не было сборников, как в наше время. Кто-то знал, а кто-то нет. Тогда Али и Фатима успокоились, и они смирились с тем, что земля станет общественной. Тогда Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «О Сиддик, мы принимаем твое главенство, преимущество на твоей стороне. Никто не оспаривает этого. Мы ни в коем случае не претендуем на высокую должность, которой наделил тебя Аллах. Но ты поспешил. Ты поспешил не дав нам высказаться по этому поводу. И как родственники пророка мы посчитали, что у нас было право выразить свое мнение касательно преемственности халифа». Это из хадиса, приведенного у Бухари и Муслима, между прочим. Тогда Абу-Бакр заплакал и сказал: «Клянусь тем, в чьей длани моя душа. Укреплять связь с родственниками пророка, саллиллаху алейхи вассалям, намного приятнее, чем укреплять связь даже со своими собственными кровными родными. Тогда Али, да будет доволен им Аллах, тоже был тронут. Он обнял его и сказал ему: «Будь в мечети сегодня вечером, и я приду со своей семьей, чтобы присягнуть тебе». Вечером они пришли в мечеть, развеяли все недопонимания, и Али присягнул Абу-Бакру, приняв его своим халифом. Через пару дней несколько племен за пределами Медины объявили о своем выходе из ислама. Некоторые из них отказались выплачивать закят. Люди из окрестностей Неджда так и не вникли в суть ислама, поскольку они лишь судили по результатам военных походов. И тут они отказываются платить закят, апеллируя тем, что закят был обязателен только во времена пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И тогда Абу-Бакр перестал быть мягким.
и превратился в строгого и стойкого предводителя. А Умар тем временем стал наоборот, намного снисходительнее, чем он был ранее. В то время Абу-Бакр снаряжал войско под предводительством 16-летнего Усамы, которого, несмотря на его юный возраст, еще сам пророк назначил во главе войска, сказав: «Ты еще сразишься с римлянами», когда римляне отправили войско против мусульман. Сподвижники удивились: «О, Абу-Бакр, люди вышли из ислама, а ты снаряжаешь войско против непонятно кого». На что Абу-Бакр ответил: «Клянусь Аллахом, я не остановлю военный поход, подготовленный пророком, саллиллаху алейхи вассалям». Абу-Бакру в то время пришлось принимать твердые решения. Иначе умма раскололась бы на части. Он был настолько непоколебим, что пришел к 16-летнему Усаме и сказал: «О, Усама, я назначаю тебя командиром этой армии, иди и сражайся». Абу-Бакр даже попросил у него разрешения оставить Умара, чтобы тот мог присмотреть за людьми. Когда Абу-Бакр направился домой, Усама предложил подвести его, сев рядом с ним в седло, на что Абу-Бакр ответил, что за каждый шаг на пути Аллаха записывается 700 благих дел, и поэтому он предпочитает идти пешком. Это говорит о его скромности. Таким образом, Усама отправился в поход, вопреки мнению всех сподвижников. Ведь Абу-Бакр был намного мудрее, чем все они вместе взятые. После этого он решил разобраться с людьми, не платившими закят. На что Умар сказал: «О, Абу-Бакр, как ты можешь воевать с людьми, которые свидетельствуют, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха?» На что Абу-Бакр ответил: «Смотри-ка, в период джахилии ты притеснял людей как тиран, а в исламе ты вдруг стал проявлять трусость? Клянусь Аллахом, я сражусь с ними, даже если они говорят: нет Бога, кроме Аллаха. Потому что вспомни, Умар, что свидетельство «нет Бога, кроме Аллаха» требует соблюдения определенных условий, среди которых обозначен закят. А почему закят является столь важным? Клянусь Аллахом, я буду воевать с ними, пока каждый сирота и каждый бедный, которому предназначен этот закят, не получит положенную ему долю. Отказ от заката приведет к гибели всей уммы. Ведь бедные и нуждающиеся снова окажутся в нищете. И на самом деле Абу-Бакр взял в руки оружие. И они тоже пошли на него войной, но Аллах даровал ему победу. После этого выплата закята была возобновлена, но Абу-Бакру еще предстояло разобраться с вероотступниками. В какое-то время стали появляться пророки-самозванцы. Одним из них был Мусайлима Каззаб, а другого звали Туляйха. Была среди них и женщина по имени Саджа. Она была, возможно, первой феминисткой за всю историю человечества. Она заявила, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, не утверждал, что после него не будет женщины-пророка. Он лишь сказал, что после него не будет пророка. И что она якобы первая женщина-пророк. В чем проблема? Она собирает вокруг себя разные группы вероотступников, бедуинов, без каких-либо старейшин в качестве своих сторонников, и создает огромную армию. Мусайлима Каззаб собирает самую большую армию, насчитывавшую около 70 тысяч человек. Все они объявляют войну Абу-Бакру. Сторонники Мусайлима из Неджда как-то обратились к своему новому предводителю и спросили его: «А какие у тебя есть строки из Корана?» Мухаммаду были ниспосланы строки о походе слона, например. «А ты что нам можешь представить, чтобы нам проще было ходить и убеждать людей принять нашу сторону? Они ведь ранее были мусульманами и обладают некоторыми знаниями». Тогда Мусайлима отвечает им: «Да, у Мухаммада были строки о походе слона, но у меня тоже есть строки о слоне». Они удивились: «Какие еще строки?» Будучи поэтом, он начал: «Слон. Что же такое слон? Длинный хобот и маленький хвостик носит он». Они посмотрели на него: «Да чтоб ты пропал! Какой еще хобот? Какой хвост? Ты о чем?» После поразмыслили немного и сказали: «Хотя лучше свой лжепророк, чем настоящий пророк из племени курайшитов». Они жаждали власти и только.
«Мы готовы воевать за тебя, Мусейлима». Все они были лицемерами, скорее даже вероотступниками. И тогда произошла величайшая битва за время правления Абу-Бакра. Битва при Ямаме, в которой Халид ибн Валид впервые показал себя как командир. Всем известно, что Абу-Бакр всегда уповал больше на Аллаха, чем на Халида ибн Валида, выигрывая одно сражение за другим. Но со временем многие стали возлагать надежду больше на Халида ибн Валида, до такой степени, что он стал супергероем мирового масштаба. Римляне даже поговаривали, что он был пришельцем с какой-то неземной силой. То же самое говорили и персы. Как только им становилось известно, что во главе армии против них будет Халид ибн Валид, они сдавали позиции. Халид ибн Валид – гениальный полководец. В той самой битве против Мусейлимы Каззяба, это очень длинная история, погибло более 5000 сподвижников, среди которых более 1000 знавших наизусть Коран. Это была битва при Ямаме. Мусейлима был убит в этом бою человеком по имени Вахши. Тот самый Вахши, который убил Хамзу, да будет доволен им Аллах, в битве при Ухуде. Вахши всегда носил с собой копье, которым он убил Хамзу. Даже после принятия им ислама, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не желал его видеть. С тех пор он всегда стремился поучаствовать в битве и убить злейшего врага мусульман. Тут он решил, что ему наконец выпала такая возможность перед Аллахом. Он увидел Мусейлиму, пустившегося бежать с поля боя, и метнул в него копье, поразив его насмерть. Он воскликнул: «Аллаху Акбар! Я исправил свою ошибку! Когда-то я убил самого любимого пророком, саллиллаху алейхи вассалям, человека, а теперь я убил его злейшего врага». Мусейлима объявил себя пророком еще при жизни пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и дожил до времен правления Абу-Бакра. Что же касается той женщины, Саджах, то поначалу в борьбе за власть она пошла войной на Мусейлиму, но после переговоров они решили пожениться. Они объединили свои силы в одну мощную армию. В связи с этим Абу-Бакру даже было легче вести войну на одном фронте. Узнав о гибели многих чтецов Корана, люди обратились к Абу-Бакру. «Абу-Бакр, мы думаем, что не помешало бы собрать Коран в один переплет». Всюду были отдельные отрывки, записи на пергаменте, на бумаге. Абу-Бакр сначала опешил, а не станет ли это нововведением? Но все стали настоятельно просить. Даже Умар обратился к нему и Ибн Аббас с предложением составить единый переплет. Когда они убедили его, они собрали всех знатоков Корана, Абдулла ибн Мас'уда, Усмана ибн Аффана, и заново переписали все содержание Корана, впервые собрав его в одну отдельную книгу. Дорогие братья и сестры, нововведение или же бид'а не является таковым, когда оно служит исполнению сунны. Не следует путать. Если вы придумываете новое правило в сунне, то это уже бид'а, то есть новшество, это уже новая религия. Но если вы вводите новое действие, которое способствует исполнению сунны, то это благое новшество. Автомобиль, на котором вы приезжаете в мечеть, это пример благого новшества. Вот этот микрофон – благое новшество. Все они служат во благо мусульман. Таким образом, во времена Абу-Бакра был собран первый переплет Корана, да будет доволен им Аллах. Позже Абу-Бакр воевал с персами. Ему удалось частично покорить регионы Шама, Йемена и другие. Даже персы признавали, что с таким сильным войском, как войско мусульман, им еще никогда не приходилось сталкиваться. Римляне верили, что некоторые сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, пользовались помощью потусторонних сил, джиннов. Византийский император во времена Умара по имени Ираклий попросил одного из своих солдат, побывавших в плену у мусульман, описать ему сподвижников, как они выглядят. На что тот ответил: «Днем они словно львы, а ночью они плачут со слезами в поклонении. Они всегда первые в помощи слабым. Они уважают права пленников и ухаживают за ними. Они относятся к своим рабам, словно к своим братьям и сестрам.
Тогда император сказал: «Если все, что ты говоришь, правда, то скоро они будут стоять на этом самом месте, на котором сегодня стою я». Во времена правления Абу-Бакра было так много битв и связанных с ними событий, что у нас просто не хватит времени все охватить. Достаточно упомянуть, что все сражения, которые вел Абу-Бакр, были направлены на… Первое. Возвращение земель, ранее принадлежавших арабам и захваченных колонизаторами нелегально. Тогда тоже действовало международное право. Нельзя было просто взять и захватить чужую землю. А если же кто-то захватывал, то кровные родственники имели право идти на захватчиков войной, чтобы вернуть свою землю себе. Как на примере Шама, Великой Сирии и прочих. И второе. Решение о сражении принималось только если враг представлял явную угрозу, и все попытки по достижению перемирия не приносили успеха. Для перемирия требовалось три основных условия. Либо они принимали ислам, либо они вступали в мирное соглашение, одним из условий которого была выплата налога мусульманам, небольшая сумма, которая даже меньше нашего обязательного закята в 2,5 раза. Этот налог обеспечивал их безопасностью и правом союзников, то есть правом получать военную поддержку в войне с общим врагом, что тоже считалось джихадом на пути Аллаха. Если же они отказывались от выполнения условий, то война с ними была неизбежна. Византийцы и персы следовали именно этим правилам. Я сокращу свою лекцию, и мы перейдем к заключительной части. К смерти Абу-Бакра. На 7-й день месяца Джумада Сани, 13-го года по хиджре. Абу-Бакр правил 2 года, 4 месяца и 10 дней. Столько продлилось его главенство. Все, что беспокоило его на тот момент, это кто же станет его преемником? Кто будет смотреть за мусульманами? Абу-Бакр, да будет довольным Аллах, всегда был с народом. Он всегда общался с простыми людьми, что, собственно, и входит в обязанности главы. Главе положено общаться с народом и знать о положении общества. Умар часто пересекался с Абу-Бакром до утренней молитвы. Но однажды он стал замечать, что Абу-Бакр стал задерживаться. Ему стало интересно, куда Абу-Бакр постоянно ходит за час до утренней молитвы. Позже Умар заметил, как Абу-Бакр выходит из небольшой ветхой хижины. Он постучался в дверь и услышал разрешение войти. Он приоткрыл дверь и увидел старушку. Она не могла ходить и была совсем слепа. Рядом никого не было. Тогда он спросил: «Кто этот человек, который приходит к тебе?» Она ответила: «Я не знаю, кто он. И мы сейчас говорим о предводителе правоверных. Я даже не знаю, как его зовут. Но пусть Аллах воздаст ему, каждое утро перед рассветом он приходит ко мне и интересуется, нужна ли помощь. У меня всего 2 комплекта одежды. Один на мне, а вторую я даю ему. Он забирает мою одежду перед рассветом, потом стирает и позже приносит уже постиранную одежду и еду. Так было уже много лет, я даже не помню сколько». После чего Умар разрыдался и сказал: «Ты уже превзошел всех своих преемников, о Абу-Бакр. Даже во время битвы при Табуке, когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, обратился ко всем: „Нам нужна помощь, нам нужны деньги, мы испытываем нехватку“, после чего Абу-Бакр пришел с небольшим кульком, или же маленькой котомкой за плечом. А Умар тем временем принес с собой огромный мешок. Клянусь, сегодня я преуспею по сравнению с Абу-Бакром». Они подошли к пророку, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Что ты оставил для своей семьи, о Умар?» Умар ответил: «Я оставил им половину своего состояния, о посланник Аллаха». В буквальном смысле. Если мы говорим о паре сережек, то мы пожертвовали одну из них. Тогда пророк посмотрел на Абу-Бакра и спросил: «О Абу-Бакр, а что ты оставил своей семье?» На что Абу-Бакр ответил: «Я оставил им Аллаха и его посланника». Это был тяжелый период, и Абу-Бакр присматривал за войском. Тогда Умар тоже сказал: «Ты уже превзошел всех своих преемников, у Абу-Бакр». Абу-Бакра нельзя было сравнить с Умаром, да будет доволен ими Аллах. Некоторое время спустя Абу-Бакр заболел. Он знал, что конец уже близок, тогда он только вернулся с хаджа.
Собрав совет своих консультантов, он стал первым, кто организовал консультационный совет, Шуру. Кого вы считаете наиболее достойным стать моим преемником? И члены совета ответили ему: почему бы тебе самому не назначить преемника, Абу-Бакр? На что Абу-Бакр ответил: по мне, лучше будет, если вы сами выберете своего преемника. Но если вы спросите меня, то я бы выбрал Умара, да будет довольным Аллах. Как только он сказал это, один человек поднялся и сказал: о, предводитель правоверных, Умар грубый и слишком строгий человек. Он, несомненно, хороший, но чересчур строгий и грубый. На что Умар, да будет доволен им Аллах, пообещал, что он станет мягче, как только станет халифом, и почувствует ответственность на своих плечах. Тогда другой человек обратился к Абу-Бакру: о, предводитель правоверных, неужели ты не боишься Аллаха? Побойся Аллаха. Что ты ответишь ему, когда он спросит тебя, почему ты назначил Умара, зная его грубость? Абу-Бакр не мог встать. И тогда он попросил помощи: помогите мне встать. Ему тут же помогли подняться. Он встал, посмотрел на всех и сказал: неужели вы пытаетесь упрекнуть меня страхом перед Аллахом? Страхом перед Аллахом следует упрекать тех, кто поддерживает гнет и назначает людей, грязно строя козни. Вот таким следует говорить: побойся Аллаха. Если Аллах спросит меня в судный день, почему я назначил Умара, то я отвечу: Господи, я назначил человека, который бы служил тебе со всей справедливостью, равноправием, благонравием. Вот что я ему скажу. После чего он прилег и потерял сознание. Когда он пришел в себя, всем было ясно, что Абу-Бакр выбрал Умара. Позже появился Усман ибн Аффан, который сам убежден в преимуществе Умара. Он говорит: Абу-Бакр, диктуй, и я запишу твой приказ. Абу-Бакр говорит: пиши. Я Абу-Бакр, халиф священного пророка. Стоя на пороге в мир грядущий, завещаю в период, когда неверующие начинают верить, и грешник начинает уповать на Аллаха. Я назначаю... И тут он потерял сознание. Когда он пришел в себя, он попросил Усмана: прочитай мне все сначала. Тогда Усман снова повторил ему. И когда он дошел до слов: я назначаю Умара ибн аль-Хаттаба правителем, Абу-Бакр спросил его: о, Усман, ты записал еще до того, как я успел сказать? На что Усман ответил: да, предводитель правоверных. Абу-Бакр сказал: Аллах направил тебя, и ты все правильно записал. Ты опасался, что меня не станет, и среди уммы распространится фитна. Он сказал: так оно и есть, предводитель правоверных. Тогда Абу-Бакр добавил: назначив его, я думал лишь о вашем благосостоянии. О чем же думает глава государства? О своей должности? О власти? Или же о благосостоянии людей? Это и есть настоящий предводитель. Он служит людям. Я надеюсь, он будет честным и справедливым. Но если он сойдет с пути и проявит несправедливость, то у меня нет знания о сокровенном. Сердце мое переживает лишь о благосостоянии мусульман, и каждый несет ответственность за себя. Затем Абу-Бакру немного полегчало. Он поднялся на мимбар и обратился к людям. Знаете, что я не назначил халифом ни брата, ни своего родственника. Я назначил человека наиболее достойного среди вас. Вы согласны принять его? Вы согласны принять его? Он спросил их. И тогда они ответили: конечно, мы согласны. All these men, they said, of course we do. Абу-Бакр
Таким образом, Умар, да будет доволен им Аллах, и вы можете не согласиться со мной, но я считаю должным выразить свое мнение, используя известную нам всем сегодня терминологию. Он фактически, и я не пытаюсь как-то агитировать вас, но он был избран вполне демократическим методом. Если же под демократией подразумевается, что люди сами вправе придумывать религию и законы, то, конечно, мы отвергаем такой подход. Мы не вправе менять законы, установленные Аллахом. Однако, если мы говорим о той части демократии, которая гарантирует народу право голоса, то в исламе это уже давным-давно стало практикой. И вы увидите, что Умар, Усман и Али, да будет доволен ими Аллах, все следовали такому же процессу. Итак, он встал и спросил: «Вы согласны?» И все единогласно ответили: «Да, мы согласны с Умаром». После этого Абу-Бакр дал Умару несколько искренних советов и произнес мольбу за него. Абу-Бакр посмотрел на свою дочь Айшу и подозвал ее к себе. «Дочь моя, Айша, какой сегодня день?» Айша ответила: «Понедельник». «А вы знаете, в какой день скончался пророк, саллиллаху алейхи вассалям?» «В понедельник». Тогда Абу-Бакр ответил: «Я надеюсь, сегодня вечером меня не станет. Я чувствую, что вечером меня не станет. Айша, когда я умру, разорви эту одежду, которая сейчас на мне, на две части. Оберни меня в них вместо савана и похорони меня». Айша ответила: «Папа, но мы можем позволить себе новый саван для тебя. Зачем эти старые вещи? Мы купим тебе новые белые вещи». На что Абу-Бакр сказал: «Дочь моя, живые нуждаются в новых вещах больше. Что же касается этого тела, то для него уже не будет никакой разницы после того, как душа покинет его. Оно превратится в труху. Похорони меня в моей одежде. Разорви и сделай из нее саван». После этого он сказал: «У меня остался участок земли. Продай его и внеси все собранные деньги в общественную казну». А знаете, почему он так поступил? Вы не поверите. Он был халифом, и ему была положена выплата в размере 6000 дирхемов в год. 6000 дирхемов в год. У вас есть в обиходе центы? Пенсы. Представьте себе 80 пенсов, и умножьте их на 6 тысяч в год. Это его зарплата. Он сказал: «Продай мой участок и верни в общественную казну все деньги, которые мне были выплачены в качестве зарплаты». Субханаллах. Даже несмотря на то, что они были ему положены. Его третья просьба казалась его жены Асмы, которой тоже был обещан рай. Не дочь Асма, а жена. «Пусть моя жена Асма омоет мое тело и обернет его». Отсюда правоведы вывели решение, что жена имеет право омыть тело мужа, когда он умрет. Это даже приветствуется, если вы психологически готовы на это. Асма постилась в тот день. И когда до нее дошла весть, она сказала: «Клянусь Аллахом, я прерву свой пост. Я омою тело мужа, и я оберну его». Его похоронили справа от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Его голова была на уровне плеча пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Позже Умар был похоронен на уровне бедра пророка, саллиллаху алейхи вассалям, с правой стороны, чуть ниже.
Все произошло так, как пророчествовал посланник, саллиллаху алейхи вассалям, когда они все сидели на краю колодца Арис. Когда Абу Муса аль-Ашари стоял у двери, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Впусти Абу Бакра и скажи ему, что он станет обитателем рая». Абу Бакр зашел и присел справа от пророка. Следом за ним справа расположился Умар. И в этом же порядке они были похоронены. И в этом же порядке они приняли должность халифа. Я понимаю, что ваша спина уже раскалывается. Мой совет тем из вас, кто женат: придите домой и поухаживайте друг за другом. Пусть ваша жена сделает вам массаж, или вы сделаете своей жене массаж. Фи сабилиллях, пусть это станет благим делом, иншаллах. Благодарю вас за этот прекрасный вечер. Завтра, иншаллах, я буду в Бирмингеме рассказывать об Умаре, да будет довольным Аллах. Рассказы будут все интересней, поэтому приходите послушать, если у вас будет возможность. Когда мы по порядку дойдем до Али, да будет довольным Аллах, вы будете просто в восторге от их качеств. Субханаллах.